Стрим напоминает стрим Фостерса, если честно. И груля, стрелялочка, и рука на веб-камере, серьезно. Вот как будто ты 10к собрал на вебку и вот стримишь. Ну да, на вебку, я же не сказал, что я на вебке лицо буду пока. Да, да. Я управляю консолью мышкой. Это реально работает. Более того, это работает без задержки. Насколько это будет получаться сейчас, ну, я уже, в принципе, поиграл. Не то чтобы я шибко нагибал, но определенно... Реально это устраивает, оно реально не вызывает дискомфорта? Вообще нет, это тупо мышка, блять, только надо сенсу меньше поставить, у меня сенса очень высокая. Ну, то, что я пробовал на PlayStation 3 до этого, штука продавалась, она была ужасной. Ну, посмотри, вот это, бля, я творю нахуй, такое на геймпаде хуй, бля, поделаешь. Такое ты хуй поделаешь на геймпаде, но... Ага. Блять, надо сенсу поменьше поставить, но... Сейчас буду. Сейчас. User left your channel. Сейчас, момент. Вот так надо ее уменьшать. То есть главный орган управления все еще остается геймпад, но его можно полностью убрать и пользоваться. Ну давай, давай. А, сука, консольщик, 2 часа мне в спину убивал. Нищеброд. Ничего, сейчас вас будем нагибать. А ты уверен, что Sony не прикроет такую хуйню? Это же пиздец. Это не пиздец, она стоит 10 тысяч рублей, блядь. Половина людей, нахуй, кредит берут на консоль, когда ее покупают. А тут еще им 10 тысяч рублей. Поэтому... Мы тут, сорян. Вот. Половина людей берут кредиты на консоли, чтобы их купить. А тут за 10 тысяч рублей они купят такую хуйню. Я очень сомневаюсь. Блять, сложновато немножко. Вот я все-таки на мышке уже не играю в шутер где-то с лета этого года. Ну нет, с начала осени этого года. Вот как вышел Battlefield 1, я так перестал в CS играть. Вот. Но я считаю это, блядь, полным зашкваром, нахуй, играть в Counter-Strike, когда есть новый Battlefield. Вот, вообще. А они не смогут это никак прикрыть. Это эмулятор геймпада. Как они это будут различать? Это невозможно никак различить. Да и прикрывать, чувак, понимаешь, эту хуйню купит, ну, 1000 человек, да, а онлайн на консолях миллионы, нахуй, там играют. Да и ты даже не заметишь. Ты, во-первых, ты должен попасться на сервер именно к этому чуваку. Вероятность попасть при таком огроменном консольном онлайне на такого, ну, крайне мала. А затем, даже если ты на нее попадешь, это что, хуйня, она гарантирует, что ты будешь нагибать с нее? Нихуя. Блять, нихуя, ты не будешь с нее нагибать. Ты должен... Господи, я играл в CS, в CSGO все лето. Там люди с мышкой играют, как овощи ебучие. Схуя ли вы уверены, что этим овощам дай мышку, и они будут нормально играть? Счет 11-11, это как-то... Ну, у меня такого счета не было, даже когда я Battlefield впервые в жизни купил. То есть, все-таки склоняюсь к тому, что я не совсем... мышку люблю и так далее. Но вот если есть чувак, который умеет супер охуенно играть на мышке, он бы сейчас ебал, скажем так. Но это режим такой, Deathmatch. То есть если он зайдет на захват, вероятнее всего ему там, блять, очко захватит. Вот, понакидывают защику и убежит плакаться, возвращать деньги за эмулятор. Такой, верните бабки, я, блядь, не нагибаю. Я думал, кстати, когда я куплю эту штуку, у меня будет курсор на самой консоли, но не-не-не. А, кстати, а если я в браузер зайду? Интересно. А. Если я зайду в браузер, по идее, там же должен быть курсор. Ну-ка. В браузере есть курсор. Блядь, пожалуйста, только чтобы там порнухи не было какой-то, как всегда, гейский или еще чего-то. Да, именно порнуха там была, сука! Там была именно порнуха! Блядь! Хорошо, на Соньке порно, хорошо, что она не загрузилась. Вот это уже реально я смотрел, клянусь. Вот это уже я смотрел. Оно вот чуть-чуть еще бы загрузил. Блядь, там порно было. Ты реально на Соньке порнуху смотришь, чтоб не чем? Там реально было без пиздеца. А какой сайт? Какой сайт? Хочу скриншот в группу. Хвались. Очисти историю. Причем, знаешь, когда я ее смотрел? Когда я VR купил. 360 раздел. До сих пор там это стоит.
Вот. Ну ладно, оправдался, будем честными.